бампер отгибается чуть-чуть. Ну, стоп. Правая сторона пошла немножко, понял? Давай вперед. Андрей, расскажи ему, насколько критичная ситуация с бампером? Не знаю. Это он играл, это игра была. Сейчас получается выгибает его вот так, а тут клипс на месте. А если его ногой затолкать туда? А он ведь снизу его гнет, ты понял? Под туманка, под туманкой. Не, он же лежит на массе, придавил. Ну давай потихонечку пробуем, если что, наблюдаем. Слышишь, а если вперед там есть за что-то зацепиться, как нырнуть туда? Есть. Там под низом? А как раз щель между бампером и колесом, там видно ухо. Видно. Где я? Справа и слева, ну лучше слева. Справа она надорвана. Не-не-не, сбоку. Сбоку вообще сбоку? Да. А забрать его туманку не пойдет? Как жрабки работают. Не, попробовать можно, но это... Не-не-не, смотри, сбоку, посмотри, там лучше сбоку зацепить. Так я сбоку не смотрю сейчас. Вот посмотри, сбоку, со стороны колеса. Между колесом и банком. При вывороте руля колесо у него убирается, получается. Как операцию делает, кишки... Это не он? Тот высокий, его как-то подымет самого. Слышишь, ну я его тут и не вижу. Бампер. Давай. О, все, нормик. Выровнялся. Давай. Давай. Она уже не едет у тебя, да? Что, уже не едет, да? Давай. Отлично. Что, гидроудар типа? Да не, вроде норм, да? Блин, ты не пугай. Капец. Ну, не гидроудар, все нормально.